You reach the sucrose. Всем привет, друзья! Вы уже привыкли к кликбейтным названиям на этом канале, к тому, что зачастую превью не соответствует содержанию ролика действительному, вот. Поэтому вы наверняка заходили смотреть этот ролик без каких-либо особенных ожиданий, но у меня для вас сюрприз. Я действительно подумал и решил, что, видимо, я не смогу продолжать вести свой канал пока что, потому что отключили, как вы знаете, монетизацию для просмотров от российских зрителей. Конечно, вы скажете, что ты снимал видео на YouTube только ради денег? Друзья, вопрос сложный. Конечно же, не только ради денег. Конечно, я снимал его ради вас, ради какого-то творчества, но я не могу тратить столько времени просто на то, чтобы заниматься деятельностью, которая не приносит мне лично никакой пользы. Поэтому мне, к сожалению, пришлось принять решение пока что оставить ведение этого канала. Я надеюсь, что вся эта ситуация, которая сейчас происходит в мире, скорее закончится, и мне опять разрешат получать мои заслуженные деньги за контент, который я выпускаю на этом канале. Я надеюсь также, что прощаюсь с вами ненадолго. Скоро уже, надеюсь, встретимся. Я надеюсь. Надежда это главное. Надежда. На самом деле у меня уже готовится одно видео. Я уже в процессе монтажа крупного достаточно фильма. Вот, и когда я закончу это дело, я все-таки его выложу бескорыстно. Потому что я не могу закончить то, что я уже начал. Поэтому я, конечно же, выложу это видео. Вам, конечно, интересно, как же теперь за мной следить? Неужели я пропаду куда-то, исчезну, и вы не будете знать, где я все это время? Конечно же, нет. Я вам оставляю ссылку в описании, переходите по ней в мой телеграм-канал, который был создан как сопровождающий канал для этого Ютуба. Но теперь он, конечно, становится основным. В нем я иногда выкладываю свое мнение. Там еще несколько моих друзей-админов, которые тоже постят какие-то интересные статьи, свои мнения или просто рассказывают новости мира. В общем, это потрясающе интересно. Присоединяйтесь все к этому каналу. Но не забывайте, там есть одно очень важное условие. В самом первом посте этого канала сказано, что он только для эпичных челиков. Поэтому, если вы не эпичный, то можете не переходить по этой ссылке. Но так как я уже давно вас здесь не видел, то, конечно же, хочется еще поговорить на разные интересующие нас темы. К сожалению, сейчас все это сложно организовать. Так что в комментариях в Телеграме вы можете писать, что бы вы хотели со мной обсудить, и мы там все это с вами с радостью обсудим. Я бы очень хотел обсудить, например, ПСЖ. Что это такое вообще? Мбаппе просто лох. Я на самом деле очень рад, чтобы ПСЖ вылетели, потому что если бы они выиграли ЛЧ, это что бы такое было? Что это подтверждение того, что деньги решают все. Слава богу, они вылетели. Я рад за Реал, я рад, что выиграл Реал. Хотя я, конечно, болею за Барселону. Месси чепушило, все, разучился играть. Барселона сейчас всех жестко вынесет. Но, конечно, в Лиге Чемпионов болеем за Манчестер Сити, друзья. За Манчестер Сити. Я надеюсь, что объяснил вам все максимально понятно. Если что-то непонятно, пожалуйста, задавайте вопросы в комментариях, переходите в Телеграм, и все будет очень классно. Всем желаю удачи, всем хорошего настроения. Встретимся с вами совсем скоро, и до новых видео.